Как жаль, что университет закрыт в воскресенье. Почему? В Падуанском университете есть зал с портретами самых известных выпускников иностранцев. И там есть портрет белоруса Франциска Скорины. Я всегда мечтала на него посмотреть. Франциск Скорина. Это белорусский Гутенберг? Да, именно он. Он напечатал первую белорусскую книгу. Расскажи мне о нем. Где он родился? В белорусском городе Полоцке. И учился он в Падуе? В Падуе он сдал экзамен на звание доктора медицины. Но неизвестно, учился ли он здесь. Он точно был студентом Краковского университета. Полоцк, Краков, Падуя. Он много путешествовал. Да, а первую книгу он напечатал в Праге. В каком году? В 1517. На каком языке? Это была псалтырь на белорусской версии церковно-славянского языка. Он сам переводил тексты. А еще он был писателем и художником. Человек эпохи гуманизма. Кстати, один из его краковских профессоров учил потом Николая Коперника. А еще некоторые ученые думают, что он был знаком с Мартином Лютером. А где похоронен Скорина? Он умер в Праге и, возможно, похоронен в одном из пражских костелов. Но это одна из загадок его удивительной биографии.